Учет импорта часто представляется сложной и запутанной процедурой, однако знание особенностей законодательства и стандартных процедур позволит защитить себя от ошибок и не допустить неприятностей с налоговыми органами. В Управлении госдохода по Аль-Фарабийскому району города Шымкента напомнили о главных правилах. Согласно налоговому кодексу, если вы перевозите товар между государствами Россия, Беларусь, Армения, Кыргызстан и Казахстан, нужно заплатить 12% налога на добавляемую стоимость в зависимости от цены каждого товара. Если товар привезли до 20 числа этого месяца, необходимо подать заявление формы 328 с оплатой до 20 числа следующего месяца. В случае оплаты позднее установленного срока начисляется штраф. Важно, если товары, относящиеся к экспорту, относятся к перечню, необходимо будет оформить заявление в Управление государственных доходов по налогам. Если товары входят в номенклатуру товара внешней экономической службы, при расчете необходимо учесть 31 марта текущего года внесены изменения в документы, точнее в методике расчета. Если вы производите товар на территории Казахстана для иностранного государства, необходимо проверить код номенклатуры. Предусмотрено оформление системы учета реализации товаров, наименования которых не включены в перечень. При отсутствии печати органов государственных доходов и заверенных товаросопроводительных документов налагается штраф 50 МРП. Шнар Оразова, Жабраил Касымов, Александр Крапивкин, информационная служба телекомпании «Отрар».